Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал Находки Манили. Сегодня у нас на обзоре очередная монетка. Это монета Украины 10 гривен 2020 года, которая посвящена Государственной пограничной службе Украины. Этот орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилежащей зоне и исключительной морской экономической зоне. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы является участие во взаимодействии с вооруженными силами Украины и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств. На аверсе данной монеты размещены вверху малый государственный герб Украины, под которым надпись «Украина». В центре эмблема Государственной пограничной службы Украины. Внизу надпись «10 гривен 2020». Стилизованные ветви. Лавровая справа, калиновая слева. Логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины размещен внизу слева. На реверсе монеты размещены вверху надписи «Государственная пограничная служба Украины», под которыми очертания карты Украины, внизу символический пограничный столб, справа и слева композиции, символизирующие деятельность Государственной пограничной службы в воздухе, на суше и на море. Дата выпуска данной монеты 19 ноября 2020 года, номинал 10 гривен, сплав на основе цинка, масса 12,4 грамма, диаметр 30 миллиметров, тираж монеты 1 миллион штук. Цена данной монеты на сегодняшний день в Украине составляет 15 гривен. Вот такая очередная красивая монета пополнила нашу коллекцию. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем удачи, всем пока.